Так, друзья, всем привет! Вот-то я и вернулась с почты. Две посылочки, как я и обещала. А эту мы посмотрим завтра с Новосибирска. Она у нас дошла за 5 дней. А эту мы с Ярославля. Рыбинск, Ярославская область. Откроем. 11 дней она была в пути. На какой день? На 12-й день я ее получила. На машине за 2 дня можно доехать. С Новосибирска быстрее пришла, чем это. Вот так вот. Где, как, видимо, работники работают. Некому работать на почте. Так, а выписала-то я из-за чего тут все сыр-бор-то затеяла? Сейчас я посмотрю. Нужен мне был гемиграфис. Гемиграфис. Я смотрю, что все там на Валберес, на Озоне выписывают. Ну, зашла я туда, посмотрела цены и ушла. И нашла я его за 300 рублей. Участников. Ну, а там, как обычно, участников минималка 1000. Пришлось заказать кое-что еще. А, ну и сингонию нашла, какого у меня не было. Тоже купила. Что-то тут еще. Сейчас посмотрим. Все вот беспокоятся, беспокоятся. Как там? Растюки по неделям лежат. Не знаю. Вот. 11 дней. Это кто у нас? Это у нас будет... Сейчас посмотрим. Эпипремнум пинатум вар. Пинатум вар. Вот оно. Чудо. Чудо чудное. Вот оно. Ну, конечно. Листочек немножко вот этот вот. А эти нормально. Там нормально все. Один листочек. Там смотреть надо. Нет, вроде нормально все. Сжатый такой, как варенка. Так, ладно. Это просто, просто. А, вот он. Это сингония у нас. Тифани. 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 Ну, естественно, ничего не подписано, но я контролирую процесс. Пишу теперь. Когда мало-то их, они узнаваемы. Разные растюхи-то. А вот когда много, так. Так, а следующую посылочку мы посмотрим завтра. Всем пока-пока. Сингониум. Это у нас эпипремнум пинатум вар и гемиграфис. Вот такие три растюшки.